нет короткого пути к успеху. Разница между талантами и навыками часто не воспринимается людьми, которые пытаются преуспеть, имеют мечту, хотят что-то совершить. Талант дается с рождения. Навыки приобретаются только часами, часами, часами упорных усилий. Я никогда не считал себя талантливым. Я преуспеваю благодаря сумасшедшим. Отвратительным усилием. Когда другие спят, я работаю. Когда другие едят, я работаю. Я осознал, что нет легкого пути вокруг. Без разницы, насколько вы талантливы. Ваш талант загубит вас, если вы не имеете навыков, если вы не учитесь, если вы не работаете действительно упорно, посвящая себя становлению лучше каждый день. Вы никогда не будете в состоянии стать успешным.